Пассивные приборы дистанционного зондирования. Температура поверхности воздуха в атмосфере, интенсивность осадков, карты ветров и облачности, карты влажности и солености. Всю эту информацию мы получаем с помощью пассивных приборов дистанционного зондирования. Они помогают нам лучше изучать нашу планету, предсказывать и предотвращать природные бедствия. Пассивные датчики дистанционного зондирования способны обнаруживать электромагнитную энергию, излучаемую различными телами, например, энергию теплового и инфракрасного излучения. Любые тела, имеющие температуру выше 0 Кельвина, это наинизшая возможная в природе температура, излучают электромагнитную энергию. Пассивные датчики дистанционного зондирования или радиометры измеряют эту энергию в диапазоне любых длин волн. Микроволновых, инфракрасных или оптических. Пассивные датчики принимают естественное электромагнитное излучение, такое как инфракрасное излучение или солнечный свет. Но они также могут регистрировать искусственные сигналы. Это так называемые попутные сигналы. Например, такие сигналы излучаются глобальными навигационными спутниковыми системами, такими как американская GPS, российская ГЛОНАСС, европейская Галилео и китайская Бэйдоу. Эти сигналы отражаются от Земли подобно солнечному свету и могут измеряться пассивными датчиками. Этот метод называется ГНСС-рефлектометрия. Можно использовать явление изгиба траектории радиосигналов в атмосфере, аналогичное поведению световых лучей в миражах. На нем основан радиозатменный метод с использованием сигналов ГНСС. Сравнение сигналов, искаженных атмосферой или отраженных от поверхности, с излученными сигналами дает важную информацию об этих объектах. Чтобы лучше понять, как работает пассивный датчик, проведем эксперимент. Настройте ваше радио на нерабочую частоту, и вы услышите шум. Однако этот шум можно разделить на две составляющие – шум, принимаемый антенной, и шум, создаваемый самой радиостанцией. Теперь отсоедините антенну от радио, и вы услышите только второй тип шума. Следовательно, пассивный микроволновой радиометр должен разделять эти два типа шума и измерять только тот, который принимается антенной.